Качество и стоимость коммунальных услуг сегодня, как никогда раньше, волнует рассказовцев. Чтобы поделиться опытом работы, обсудить самые злободневные вопросы сферы ЖКХ и наметить пути их решения, в администрации города собрались чиновники, руководители управляющих компаний ТСЖ, жители города. Разговор практически сразу стал эмоциональным, ведь размер оплаты за горячее водоснабжение и отопление для многих горожан остается самым больным вопросом. Средняя цена платежки за коммунальные услуги в Рассказово сейчас составляет примерно 6 500 рублей. Многие заметили, что существенный рост платы за пользование горячей водой и отоплением произошел после того, как в городе появилось несколько новых модульных котельных. Парадокс ситуации состоит в том, что эти отопительные комплексы проектировались и строились с целью экономить расходы населения. Впрочем, в некоторых квартирах не стало теплее, а 2/3 суммы в платежке рассказовцы сейчас тратят на оплату отопления и горячей воды. В среднем получается 4 500. В моем доме, в квартире 72, мы установили, что в декабре температура воздуха 12 градусов. Пишу заявку, приходит руководитель управляющей компании, производим замер, подтверждается. Направляем в сетевую компанию, предоставление оттуда сотрудника для повторного измерения. Сетевая компания этого сотрудника не предоставила. Никаких мер дальнейших принято не было. Человек, оплачивая 100% коммунальную услугу, даже не имеет возможности получить перерасчет. Платежи собственников огромные. Давайте проследим на одной квартире. Если в сентябре эта квартира заплатила 5 000, в декабре она заплатила 7 000, в январе она заплатила 9, то в этом месяце она заплатит 11. Когда в администрации стали искать причины такой огромной величины платы за горячую воду и отопление, говорит Геннадий Курносов, поднялся целый пласт проблем. С одной стороны, ресурсоснабжающая организация, сетевая компания, прекрасно знает, какие прибыли хочет получить. С другой стороны, не все население понимает, как формируются тарифы и складывается плата за пользование услугами. В процессе поиска ответа на вопрос, почему так дорого, чиновники столкнулись с необходимостью проверять каждый проект по установке общедомовых приборов учета, чтобы определить, правильно или неправильно он был составлен. По горячей воде большинство наших домов в городе исполнены схемы обратки, и не используем мы горячую воду, или используем, все равно расход горячей воды идет. И по всей федерации у нас, по Российской Федерации, идут дебаты, как же рециркуляцию учитывать, то есть что это за зверь такой. То есть почему я дома не пользуюсь горячей водой, экономлю, а все равно за горячую воду плачу. То есть и чем больше я экономлю, тем больше я плачу за рециркуляцию. Ну, парадокс такой, да? Мы столкнулись с тем, что в проектах по установке общедомовых приборов учета не учли рециркуляцию на каждый дом, не учли. Участники публичных слушаний хотели бы задать множество вопросов представителям ресурсоснабжающей организации, но были лишены такой возможности. Этот факт еще больше накалил обстановку. Понятно, что собственники должны барахтаться сами. Конечно, мы принимаем максимально мер для того, чтобы спасать себя. Но извините, а какова ваша роль администрации в сторону Тамбовской сетевой компании? Почему это вы так с ними заигрываете? Они сегодня обязаны были здесь быть и ответить на все наши вопросы. Конкретно по горячей воде. Роль администрации на сегодняшний момент, она, как всегда, организующая. И если не наладить взаимоотношения между сетевой компанией и управляющей компанией или жильцами, да, то эту работу никто не сделает. Вы друг друга не слышите. Вы говорите свое. Нет, не слышите. Слышим. Сетевая компания говорит свое. Сегодня были приглашены 2 специалиста. Один специалист извинился из Тамбова и сослался на то, что срочно нужно уезжать в командировку в другой город. А наш местный, к сожалению, не могу прокомментировать. Нет информации, почему не пришел. По словам Геннадия Курносова, сейчас администрация города готовится делать запрос в управление по регулированию тарифов о том, когда будут пересматриваться тарифы на горячую воду и отопление. Чиновники предложат специалистам при разработке новых цен учесть мнение общественности и городской власти.
Но в любом случае общение между населением, городской властью и сетевой компанией должно оставаться в рамках закона. А все спорные вопросы будет разрешать суд, заверил участников публичных слушаний председатель городского совета Сергей Свистунов. Мы не всегда возможность имеем в кратчайшие сроки решить вопросы, которые вы поднимаете. Они, эти вопросы, правильные. А это вопросы ложатся не только на вас, они и ложатся и на нас. Мы заинтересованы в том, чтобы защитить ваши права. Но эти права должны быть защищены в рамках законодательства. Евгения Конобеевская, Юлия Хлыстова. Новости ТВ Рассказово.